Врач-педиатр Виорика Карп рассказала о том, как можно предотвратить респираторные заболевания в этот период. Она поделилась рекомендациями по укреплению иммунитета и отметила, что необходимо делать при первых симптомах болезни. В основном мы должны вести здоровый образ жизни, каждый день выходить на прогулки, питаться нормально, кушать витамины, то есть фрукты, овощи каждый день. Если есть разные типы заболеваний, есть легкие формы, тяжелые формы. Если у вас легкая форма, вы можете обращаться к семейному врачу для того, чтобы получить рекомендации. Если тяжелая форма, конечно, нужна, если человек нуждается в госпитализации, это очень хорошо, когда человек находится, пациент находится под наблюдением врачей 24 часа, можно предотвратить какие-то осложнения. Если вам становится плохо, если вы чувствуете, что вы не сможете самостоятельно бороться с этой инфекцией, значит, можете звонить 112. Мы также узнали у жителей Гагаузии, что они делают, чтобы избежать заболеваний, и как реагируют, если все же подхватили инфекцию. Самое главное – правильный образ жизни. Побольше витаминов, свежий воздух, меньше стресса. Это самое главное. И не запускать, если что-то, обращаться вовремя к врачам. Я как медработник стараюсь дома сама, но если что-то уже сложнее, тогда обращаемся. Правильно обращаться, самолечением заниматься не надо. А вот только профилактикой и занимаемся, и поэтому много умирает людей. Они думают, что это им поможет, а профилактика – это надо вовремя ее делать. А когда уже человек вовремя ее не сделал, он идет в больницу. Ну, что-то делаю, где-то где травку какую пью. Где еще массаж? С начала сезона прививки от гриппа получили более 40% граждан из категории риска по всей стране. Для вакцинации от гриппа и коронавируса людям рекомендуют обращаться к семейному врачу по месту жительства. Олег Лодко, Сергей Георгиев, Новости Гарте.